так, если порса могу, например, себе взять пасту, себе жила одна, допустим, вот такая она была, толстая такая коробка, и мне на неделю, мне, наверное, хватило бы кушать, и ничего готовить не надо. Ну, короче, так, это авокадо с помидорами, но я брать не буду, пока у нас есть. Есть вот, смотрите, это вот в этом Subway, в Walmart нет. Тоже паста томатная, помидор и томат какой-то, но на спайси. Вот. То есть я вот одна живу, выбрала себе, что захотела. У меня пока не беру, что-то мама не дает добро. Тут какие-то соусы еще есть. Вот просто выгрызненные помидоры. Поехали дальше. Сейчас надо бананы взять. Так, это орешки всякие. Где она там? А вот это... Вкусненькие вот эти розовые, но не знаю, они спелые или нет. Без понятия. Так, гоняю я по магазину, сейчас бананы надо вернуться. И хочу также взять творожный творог такой, зернистый. Вот я показывала в прошлый раз, так, где она. Ну, куда она делась? И так ищу. У меня там ноги быстрые, я же на кресле найду быстро. Ай! Идет, улыбается. Где она есть? Так, куда-то я не туда ушла. Это тоже в фермисе. Аптека. Куда я пришла? Я вообще что-то заблудилась. Сейчас будут по радио объявлять, что потерялся человек. По радио. Поворачиваемся на исходную точку. Вот. Вроде нету. Короче, я заблудилась. Все. Тофу брали 100 раз. Я вообще не понимаю, как тофу едят корейцы. Оно никакое. Ну, поджарить можно. Ищем. Чисто самое интересное. Вот она где-то здесь или куда-то ломанула дальше. Тут нету. Тут нету. Тут нету. Потерялись мы конкретно. Сама говорит, я, говорит, тут и уходит, не знаю куда. Так, тут нету. Не знаю, что у меня там снимается. Сейчас буду Ричарду писать. Where are you? Вы где вообще? Так. Где-то там, наверное.